утро второго дня. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So... Ну, в общем, 26 июля, второй день. Я позавтракал дома у Шамсудина. Так что я полон сил. Спал сегодня на полу, в принципе, но выспался замечательно. Вообще, я думаю, что в любом путешествии самое главное – это хорошо высыпаться. Потому что если спать плохо, то тебе уже ничего не надо, все уже плохо. В общем, поймал попутку прямо от Черкея. Парень довез меня до трассы в сторону Грозного. До Грозного отсюда примерно 100 километров. Мама was queen of the mambo, папа was king of the mambo. Что в город, город не поездил? Я недалеко, как бы, особо возможности нет, я не знаю, куда ехать. Думал съездить в этот, как он? Да, я в Дубки ездил. Ездил? Да, каньон посмотрел, все. О, каньон, да, я тут тоже ездил, туда с пассажиром ездил. И у них мы ездим, у них такие красивые места. Ага. Орлиное гнездо есть там. Оу. Да, поднимаешься наверх, так поднимаешь, там высоко, да, вот. Ну, в общем, пришлось прийти еще километра 4, потому что там были две развязки, и там остановить было нереально. Потом остановился мужик на Мерседесе, сам причем остановился, сам предложил довезти. Довез меня до Хасавюрта, до 30 километров. Там до Грозного осталось примерно 70 или 80. Сейчас выйду дальше за город, буду снова ловить. Дождь начинается, он такой капает. Ну ладно, не сахарный, я оставим. Парень тоже там остановился на границе, дожил подвезти. Вот заехал сейчас в Хасавюрт, какие-то дела здесь. Потом сказал, что докинет меня поближе к Грозному от трассы. Там я смог стопить дальше. Вроде бы предложил меня угостить обедом. Я, конечно, отказался, но не знаю. Посмотрим. Пружина способна распределяться в определенном диапазоне после обед. На отрез отказался брать деньги. Мол, я гость, и его обязанность принять меня как гостя. Ну ладно, спасибо ему за это. А? Привет. Вот такие часто попадаются. Ну, в общем, прощаюсь мы с ним. Иду сейчас дальше по Хасавюрту в сторону Грозного. И, короче, попробую все-таки добраться до него сегодня. Сейчас уже 2 часа. Получилась небольшая задержка. Люди, просто и дети стоят посреди дороги и попрошайничают. Прямо в окна залазят людям. Да, так себе контингент. Обычно люди так боятся путешествовать. Думают, что опасно. Ну вот видишь, то один, то другой, то другим. Вот так контактишь, контактишь. И даже, как сказать, даже намного лучше это. Ты людей. Знакомые, кто какие, многие, как чем дышит, что не дышит, ну что, вот так. Кто, у кого какие законы. Границы.
Афганистана и Чечни. Тут, скорее всего, у меня проверят документы, может быть, даже сумку зарезут. Ну, сейчас пройду контроль, пойду дальше ловить попутку. До сюда, кстати, меня довез мужик. Уже третий подряд сам предложил довезти, не голосовал вообще. Достаточно быстро пошел контроль. Просто попросили паспорт, выложить все из карманов. Ну, все. Теперь я в Чечне. Что замечательно, кстати, еще все пограничники все русские. Ни одного дагестанца, чеченцы все русские. For the people of Big City, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Мало чего стоит, то есть после двух войн. Но главное, чисто, а без мусора. И стройки ведутся по полной везде. Ага. Вот за этим заходишь, вот там можно вывести еще вот эти термику. Ага. Сваи забивают, то есть начато строительство вот этого комплекса. А вот это Джума мечеть или нет? А? Джума мечеть. А, не Джума, как здесь мечеть большая самая, это она, да? Вот эта мечеть, да, сердце Чечни. Да, сердце Чечни. Да. В общем. Доехал я до Грозного, встретился с Юсупом, это мой второй хост, коучсерфингер. Сегодня у него спит 7 человек, включая меня, так что будет скучно. Вообще мне повезло, что завтра в Грозный приезжает какой-то кафе автостопер, который объехал 92 стороны автостопом. Вот у него будет лекция в одном из антикафе Грозного, так что думаю сходить. Задержусь в Грозном еще на денек. С 2004-2005 годов, 10-11 лет. После двух войн, которые, да? Да, да. А 4-5 год это начало, мусор убирали несколько лет. Мусор, который от всяких военных вот этих, да, разрушений, мусор убирали 2-3 года даже. По всей республике. Потом за Грозное взялись. У вас хоть здесь не как в Дагестане, тут любой полицейский все с автоматами, из хоть без автоматов ходят. Ну, потому что это граничит. Граничит они сейчас. По идее сейчас и Чечня, и Дагестан, это пограничные зоны. Мы же сейчас как бы, можно сказать, опять повторяем те холодные периоды холодных войн, то есть сейчас, да хоть Грузия, это можно считать, что Америка, да, говорит? Там же сидят американцы. Поэтому сейчас все границы, которые вот именно где напряженная ситуация у России сейчас, в этих регионах, где приграничных, то есть регионах, военные сейчас, то есть полицейские ходят с автоматами. Это, ну, в принципе, это нам не мешает, нам это мало тут. Это в Дагестане он сейчас говорит, куда такое. Ну, нас это мало волнует, нас то есть не касается это. Это чисто для нашей безопасности, и мы этого не замечаем, если вот не приглядываться. То есть я вот это уже давно не понимаю, то есть не вижу, как сказать. Лошади сохранялось, тепло сохранялось, а глина же держит тепло.
А, и печка помогала. И у нас даже в некоторых селах можно найти реально дома, которые сохранились еще. Ну вот, это восстановленный поселок, как здесь жили в Грозном примерно 200-300 лет назад. Вот это вот мужская часть, как мне объяснил любезный Юсуп. То есть мужчина здесь всегда мог уединиться. А там, откуда я вышел, была женская и детская часть. Вот такой вот поселок, в общем. Восстановленный. Очень красивый. И безлюдный, к слову сказать. Мы-то никуда не торопимся. А что типа... Когда... А. Нет, я к тому, что вот эти вот звуки, это молитва, значит, началась? Да, это молитва на арабском языке. А и сколько раз она начинается? Так, ну, в общем, это самая известная мечеть Чечни в центре Грозного. Называется «Сердце матери». Heart of Mother. Сейчас вот здесь молитва началась. Юсуп, который согласился меня приютить, а также мои новые друзья. Точнее, мой новый друг из Каира. Они ушли молиться, а мы с Марией гуляем вокруг. Красиво. Ну, в общем, вот уже вечер второго дня. Мы в Грозном. Юсуп покатал нас по окрестностям, показал все. На самом деле очень красивые места, мне очень понравился этот город, он безмерно красивый. Мне даже Санкт-Петербург так не впечатлил, как этот город. И вот даже Исаакиевский собор, наверное, по моему мнению, не сравнится вот с этой мечетью, потому что это действительно очень красиво. Завтра остаюсь на лекцию Кротова. Стараюсь отправить открытки все, кому обещал, купить магнитика, сувениров и прочего. Сейчас пойду снова искать моих друзей, которых я успешно потерял, потому что они ушли молиться. Ну, в общем, буду здесь. Приезжайте. Вечером сходить на встречу, слушать о путешествиях этих людей. Завтра еду в Владикавказ. Ну, в принципе, пока все. В общем, вот уже почти 6 часов вечера. Мы идем на лекцию Антона Кротова, с которым мы целый день гуляли. Очень крутой путешественник. Человек самый странный. Завтра уже надо уезжать из Грозного. Я даже почту все еще не нашел. Ну ладно, сниму завтра утром этим. А еще я поужинал сосисками за 60 рублей за 10 штук. Надеюсь, я не отравлюсь. Итак, значит, я путешествую довольно давно, уже 25 лет. Начал я активно ездить с 91 года, был последний год Советского Союза. Жил я в Москве. У нас в Москве много электричек, пригородных поездов всегда было.
В советские годы их было еще больше, контролеров было меньше. Я обнаружил, что если доехать до какого-то конечного города на электричке, например, до Тулы или до Владимира, то там можно сесть на другую электричку и доехать до другого города, потом до следующего, и так добраться до другого города Советского Союза. Так я начал путешествовать. Конечно, делал я это в одиночку, потому что никто из моих ровесников не интересовался путешествиями, до сих пор они ими не интересуются. И потом оказалось, что можно передвигаться еще и автостопом на попутных машинах. То есть поймать какую-то машину, доехать до туда, до куда машина это везет, и потом сесть на другую машину, и так доехать тоже до любого города. Я стал активно путешествовать. Через некоторое время я стал стараться идею о путешествиях как-то распространять, потому что оказалось, что можно поехать куда угодно, без затрат. И когда я стал эту идею распространять, оказалось, что я вовсе не единственный человек, который научился путешествовать. Оказывается, что в России, в СССР уже много других людей, которые путешествовали гораздо больше, чем я, и начали раньше меня. Например, есть такой человек, Алексей Воров, который еще в 1970s. Instead of me, I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bone. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hit me when I come.